правду, Николай, Москва, 76-й, это Славянский базар, детка. И пока там играет цвет настроения синий, я делаю лютый рэп «Уважение синий». Это рэп от Баскова, который сносит крышу. Я всегда пою то, что мне нравится. Если я спел такую дурацкую песню, то почему над ней не должны смеяться? Я много спел смешных песен, я много спел красивых песен, я спел популярные песни. А вы когда-то подписали моей бабушке открытку, так она повесила вас под иконкой. Вот знаете, в хате на углу иконы, а под ней она повесила ваш портрет. Вам мир отточит? Не то слово. Я бы хотел, чтобы меня в старости, ну, с годами, дай Бог здоровья этому человеку, с ней сыграл Никита Михалков. Боже мой, каких долгих лет жизни вы ему желаете, Николай Викторович. Вообще удивлен, что половина здесь, которые были 18 лет, тоже здесь назад сидели. Люди не спят, радуются, растут на достаточно красивом творческом артисте. Сердце мое разбило. Ты душу мою взяла. Я думаю, что в голове мне присущи все грехи. Ну, минус убийство, да? Почему? Минус... Были моменты в жизни. Состояние сначала, когда ты чувствуешь вот это кураж и сумасшествие от того, что тебе аплодируют. И потом ты украс, а тебе моментально забыли. Сегодня одна из красивейших девушек России, представляя во всем мире нашу страну, является частью моей жизни. Обниму тебя, сильно, обниму тебя, страстно, нежно, среди тебя, красивей, нет в мире тебя, прекрасней, обниму тебя, крепко, обниму тебя, жарко, для меня не на свете это, как оценить тебя подарок. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.